Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор на шикарный мод от B4RT Designs, за что ему огромное спасибо за предоставленный мод на обзор и специально для автора мода. Thank you so much B4RT Designs. Ну что, пойдем посмотрим. Это у нас B4RT, как я сказал. У меня есть три мода от этого автора. На Mac Step Deck на канале есть обзор. На Walkers Food Grade 6200 галлонов тоже есть обзор. Оставлю ссылки в подсказках. А сегодня у нас Wilson Silver Star 53 фита. Это, наверное, самый популярный и многим любимый трейлер для перевозки скота. Ну, приступим. Моделька, конечно, выполнена шикарно. Как всегда, у B4RT Designs качество отличное. Ну, приступим. Сцепка одна, и вот здесь вот мы с вами можем выбирать Full Covered Winter Protection. Это у нас стенки закрываются полностью, как бы открыто, но есть некоторые места, которые закрыты, и вот здесь вот полностью открыто. Здесь осей много, но у нас будут меняться стенки за счет выбранных осей. Видите? Ну, здесь идут по две оси. И стенки меняются. Три оси. Вот закрывается. Ну, это в основном в задней части все меняется. Сейчас вот так вот сделаем. У нас в задней части вот меняются здесь стенки. Осей много, но любой вкус. Выбираете, какие хотите. Ну, тут я выберу вот этот вот. Также мы это все дело можем покрасить. Выбираем цвет под выбранный нами трак, под его раскраску. Вот эти боковины можно покрасить. То есть выбор есть, как хотите. Ну, пойдемте в тюнинг. Здесь у нас эта крыша, можно оставить белую, можно сделать краску. Здесь, вот здесь у нас тоже много выбора. Такая передняя, ну, скажем, вот так вот. Передняя часть трейлера с добавлением таких вот молдингов, не знаю, вентиляции. Также все это в краске. И вот такой вот у нас бокс здесь ставится. Ручки есть, куча наклеек. Вот какие-то ручки, куча наклеек. Можно даже посмотреть все это качество. Ну, вот эти, конечно, не особо, но кто это читать будет? Но они есть. Они есть, и это прикольно. И вот такая вот у нас меняется. Ну, выберем вот это вот под цвет, скажем так, всего. Здесь мы выбираем с вами лампочки сверху. Ну, вот их разное количество, то есть появляется сверху, ближе к низу и в самом низу.
Здесь их больше, и вот здесь вот кастом. Тут, конечно, устанешь все это дело тыкать. Я это делать не буду. Выберем стандартные. То есть, ну, лампочек полно. То есть, какие хотите. Такие вот маленькие. Разных цветов. То есть, как душе угодно. Light pack, скажем так, огромный. То есть, на выбор тут лампочек. Надолго можно зависнуть, как говорится, выбирая лампочки. То есть, какие хотите. Ну, мы выберем стандартные. Ну, вот такие вот. Здесь, по сути, все. Идем дальше. Здесь вот колеса выбираете, какие хотите, какие у вас есть, какой вы используете пак колес. Такой и ставите, какой вам нравится. Здесь мы можем ставить бокс такой, хромированный. И вот такой вот. Также и с этой стороны. Здесь мы еще можем с вами менять брызговики с грузиками. Ну, вот это вот закрывает. Вот такие вот. Голова быка, скажем так. И вот Wilson Trailer Com с такими вот грузами. Также с этой стороны поставим. Сзади. Задняя часть. Здесь мы выбираем с вами лампочки. То есть, как хотим. Есть стандартные, есть кастом. Также выбираете лампочки, какие хотите. Ну, их полно. Тот же самый Light Pack. То есть, какие хотите, такие и ставите. Ну, поставим первый, он такой. Прикольные лампочки. Здесь сбоку вот с этой стороны меняются лампочки. Также поменьше, побольше, еще поменьше. И также кастом. Тот же самый Light Pack. Кстати, сейчас делается обновление под вот эти вот лампочки и под задние фонари. Будет новый Light Pack с новыми фонарями. Ну, выглядит классно. Оставим вот этот. Здесь мы с вами можем менять цвет, скажем так, двери. Либо хром оставляем, либо краска. Здесь мы с вами добавляем кучу лампочек. Какие души угодно. Также есть кастом. Ну, вот здесь вот тоже полно лампочек. Выбираем, какие хотим. То есть, какие хотите, такие и ставите. Да, допустим. Ну, вот эти вот красивые. Белые, ну, можно оставить белые. Такс. Left, левый поворотник. Правый поворотник. Вот этот вот. У нас блестящая окантовка. Так, вот брейк. 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 Здесь мы с вами можем сделать реркуле. Вот так вот. Допустим. А вот здесь вот поставить реверс лайт. Хром. И вот так вот они у нас выглядят. Все это горит.
красным, габариты, поворотники, тормоза. Здесь также мы меняем грузики, ну и брызговики. Оставим вот это тесто, ставить не будем. Сейчас покажу почему. И вот здесь вот бампер. Бампер также меняется. Можно его убрать, оставить брызговики, поставить. Вот нравится вот эта вот ступенька. Классно, широко сделал. Отлично. Здесь у нас появляется колокольчик. Такой вот прикольный. Такой вот черный колокольчик. Так у нас, скажем так, с бэкплейтом. И также добавляются фонари, лампочки. Такой, такой, такой. И здесь мы также можем с вами закастомить. Ну, вот так вот это все будет гореть. Ну вот как-то так. Такой вот обзорчик на шикарный мод. Еще раз огромное спасибо автору за предоставленный мод на обзор. Мало кто дает бесплатно моды на обзор обзорщикам. Так, этот мод платный. Ну, пойдем, покупать я не буду, он у меня уже есть собранный. Пойдемте посмотрим заказы агентств по грузам. Допустим, биржа грузов, он у меня выбран. Зря я выбрал. Зря я выбрал город. Ну вот, смотрите, у нас есть бизоны, у нас есть кабаны, овцы, коровы. Лошади, поросята. То есть большой выбор грузов, разных животных, как многих просто тупо одни вот такие вот коровы выбраны, Black Angus, либо такие белые с черным, либо вот такие вот, скажем так, коричневые. Коровы. Грузов полно, животных полно, разновидностей много. Так что возить, не перевозить, как говорится. Ну, куча, куча. Ну, пойдемте посмотрим на улицу, посмотрим в сцепки. С дом дизель хром 379. На него тоже будет обзор. Он сейчас есть, это в первой версии. Сейчас выходит очень крупное обновление. На этой неделе, ну, до конца месяца выйти должно. Сейчас загрузится, потому что модов стоит много. Немножко подтупливает. Когда один-два мода стоят, то есть все быстро. А когда много модов подключено, и они все работают, и ничто не конфликтует между собой, вот вам и разница платных модов и бесплатных модов. 2-3 поставил, все, начинается конфликт. Вот так вот он у меня выглядит. Я сделал стандартный бампер.
Вот такая вот моделька. Такой вот шикарный молд. Вот это ночью надпись должна светиться. Вот это вот B4RT. Ну, вот так вот выглядит сцепки. Мод шикарен. Всем рекомендую. Кто хочет, пожалуйста, обращайтесь, пишите. Оставлю все ссылки. У человека есть сайт, где это все продается. Также есть Facebook. Вы можете отслеживать новинки, какие-то изменения, что-то добавляется, что-то обновляется. И можете сразу перейти, зарегистрируйтесь. Раз приобрели мод, и у вас пожизненное бесплатное обновление этих модов. Только сохраните ссылки. На сайте всегда все есть. Так что как-то так. Всем удачи. Не болейте. Всем пока.